Мясо с картошкой? Нет, нет. Мясо с картошкой по-итальянски. Это совершенно другое блюдо. Итак, очистить картошку и нарезать на вот такие кубики. Теперь берите несколько зубчиков чеснока и вот так вот на маленькие кусочки нарежьте. Именно нарежьте, а не продавите. И добавьте розмарин. Картошка и розмарин у итальянцев в большом почете. И красный острый перец нарежьте на маленькие кусочки, добавьте туда же. Посолите и добавьте оливковое масло. Нет оливкового масла, добавляйте любое растительное. Перемешайте, перенесите в посуду, в которой вы будете запекать, и вставьте в духовку при температуре 200 градусов минут на 30. Подготовим мясо. Посмотрите, франко всегда удаляет излишки жира от мяса. Сколько жира он убрал, это все пойдет в мусор. И теперь нарежем на вот такие маленькие кубики. Посолите, пожалуйста, добавьте растительное масло или лучше оливковое, если есть, если нет, ничего страшного. И теперь в хорошо разогретой сковородке на высоком огне слегка обжарим это мясо. Постоянно перемешивайте, так как огонь очень высокий. И когда мясо поменяет цвет со всех сторон, значит уже готово. И это займет немного времени. Теперь временно перенесите в глубокую миску. И в той же самой сковородке обжарим крупно нарезанные грибы. Грибы, в отличие от мяса, мы будем обжаривать до готовности. Как вы видели, франко добавил чеснок, растительное масло, дополнительно соль. Оставляем обжариваться грибы. Смотрите, прошло минут 15, перемешайте вашу картошку и оставьте дальше готовиться. Минут через 30 достаем, перемешаем и теперь добавим сюда мясо слегка обжаренное. Вот эти вот маленькие детали меняют кардинально блюдо. Поставили минут на 15 еще в духовку. За это время и грибочки хорошенько обжарятся. Посмотрите, уже очень аппетитно выглядит. Теперь добавляем грибочки и поставим в духовку еще минут на 5, максимум 10. Прошло 10 минут, и наше чудесное блюдо, картошка с грибами и с мясом, запеченное в духовке по-итальянски, готово. Осталось только попробовать. Очень и очень вкусно. Обязательно приготовьте. Вы будете очень довольны. Приятного вам аппетита. Подпишитесь на наш канал, так как впереди вас ждет еще множество интересных рецептов.